На ковер будет подготовиться Кежик Чимба, Россия, Камзат Гаджи Халидов, Венгрия. Подпикай, подпикай, как из мужливо. Еще одно зашпыль, еще одно. Od siebie troszkę, jak wisi na tobie. Pasywność mu pokazuje. Radzi prawą ręką, możesz też nie dać, jak chodzisz. Bardzo mi ludzi grzecie. Ona je robi zobaczka. Aj, wisi. Ай, блин, ты мурчик. Ты мурчик, глаз не пикает. Так, а он так и поможет, чтобы не отдал. Что сказал? Которая я вылеза. Presence in weight category up to 65 kilos. Кежик Чимба, Russia. Камзат Гаджи Халидов, Hungary. Please get ready to the mat B. Troszkę bujaj, troszkę bujaj więcej! Trochę bujaj, Mary! Bujaj, bujaj, strasz! Po swojemu bujaj, przepraszam! Kamer był radny. Dobrze, dobrze, dobrze! Troszkę bujaj, Radziu, bujaj trochę! Tylko uważaj na to na głowie! Ахмасын голы! Көшен ортасын! Так, так, так! Икон иско! Вчера обиделся, что боковой долго сидел. Сейчас не Давай, Радю! Я в ноги раньше бегал! Давай, давай, от початку! Темпо, темпо! Поймал, поймал! Шукай, шукай! Да еще нож, за что поймал, не блядь моя? Сам запас в рейсе народа! Вот так! Вот так! Подойдите, хабар, дам он весь сюда! Для проведения утешительной схватки весовой категории до 57 килограммов подготовится борцам Егор Вензель и Тамир Гармаев. Уважаемые зрители и спортсмены, просим вас соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Убедительная просьба надеть маски.
На Кабре продолжаются утешительные схватки весовой категории до 74 килограммов между борцами Давыд Ализанов, Беларусь, Даньян Кайсанов, Казахстан. And they're going consolation round in the weight category up to 74 kilos between wrestlers. Davud Ализанов, Belarus, and Daniel Kaysanov, Kazakhstan. На ковре победу одержал Ислам Ильясов, Азербайджан. Муса Мифтиханов, Россия. On the main A, the winner is Daniel Kaysanov, Kazakhstan. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Егор Вен.